Привет всем, снова Инна, все так же из Швеции. Хорошие новости. Сегодня я подалась на апелляцию по виду на жительство, и так что ждать еще 12-14 месяцев. Так что весь грибной сезон мы будем вместе. Сегодня мы идем в лес искать черемшу и попутно посмотрим какие-нибудь грибочки или еще что-нибудь. Вдруг найдем, вдруг нет. Цель пока что идти к реке, найти реку, ручеек, и там уже будь что будет. Кстати, вот у нас тепло. Видите, футболки наконец-таки. И все тут очень сухо на самом деле. Так что посмотрим. Местное лесничество установило камеры для слежки за крупными животными, типа лосей, оленей и медведей. А здесь у нас, похоже, думантиния шишковатая. Такая красивая. Ну и, как обычно, не обошлось без традиционных захоронений бронзового века. Здесь, в районе Северная Упланц, очень много таких вот захоронений и вообще исторически интересное место. Конечно же, все вот эти вот могилки, они у нас сейчас уже восстановлены, реконструированы. И говорится, вот, что если посмотреть, стоять у этих могилок и посмотреть на север, то будет видно море. Это, в принципе, так оно и есть. Море у нас рядом, просто сейчас много деревьев. И, скорее всего, раньше уровень моря был выше, чем сейчас. По пути тут рядом с могилками нашла такую вот необычную красивую мордашку. Вот прям так и хочется домой забрать. Долго ли, коротко ли добрались мы до ручья. И вот тут черемша. Для тех, кто не знаком с черемшой, черемша — это такое вот классное листовое растение. Растет всегда весной в лесу, любит влажную местность. И вкус у нее чесночка. В начале первой секунды просто приятный вкус зелени, а потом такое вкусное послевкусие слабенького чесночка. Еще, конечно же, лес нас радует ветреницей дубравной. Красивенькие такие беленькие цветочки. Слышите, как листва шумит? Это вот настолько сухой лес, настолько непривычная погода для Швеции, для центральной и северной Швеции. Поэтому здесь как-то все странно. В этом году все очень тепло. Вот ручеек совсем тоже тоненький, маленький. Все сухое, поэтому и грибочков сегодня вообще не видно. Вот, так что смотрите, водичка чистенькая, прозрачненькая. Запаха вообще у нее нет. Вообще прям бери и пей. Спасибо, что остаетесь на связи, что смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, поддерживайте канал. И до новых встреч. Пока-пока.